Это пассажирский самолет Дорнье-328. Совсем скоро борт поступит в авиапарк Брянского аэропорта. Официально воздушное судно пока еще считается собственностью немецко-австрийско-швейцарской компании «Ревка». Ее представители прилетели в Брянск на подписание партнерского соглашения с Брянским аэропортом. Соглашение о сотрудничестве, где прописаны конкретные сроки, что договор о реализации вот этого проекта сервисного обслуживания самолетов. Вы представляете, это более 300 авиакомпаний и более 5000 единиц воздушных судов. Сервисный центр, который, по словам директора аэропорта, будет создан уже к концу этого года, это только первый этап реализации масштабных планов. В ближайшей перспективе увеличение взлетно-посадочной полосы до 3100 метров в длину и 60 метров в ширину. Это даст возможность принимать в Брянске тяжелые лайнеры, аэробусы и Боинги. Воплощение в жизнь всего проекта в общей сложности займет лет 5. Логистический центр будет продажа вот таких самолетов, которые вы здесь видели. И есть еще один проект, так называемая бомба, которая в хорошем смысле этого слова, которая связана с производством. Что касается авиапарка, то уже в ближайшее время в Брянске приземлятся еще 2 самолета, аналогичных прибывшему. По словам Ильи Рахвадзе, они будут летать в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Причем рейсы будут осуществляться 2 раза в день. Елена Бочкарева, Владимир Сидоров. События, Брянский район.